«Выселение, возвращение, возрождение». Выставка под таким названием открылась в Республиканской библиотеке имени Франко в Ахмеджите. Проект объединил деятелей разных сфер. В экспозиции – декоративные панно мастерицы Венеры Курмаевой и учениц школы традиционных крымско-татарских ремесел «Ступени», живописные работы художника Рамазана Усейнова, фотографии журналиста и исследователя Зеры Бекировой и картины художника и писателя Шевкета Кишвединова. Важно то, что есть мастера старшего поколения, которые продолжают работать. Мне кажется, важно то, что есть новые имена, есть новые работы, и это означает, что мы не стоим на месте. А возрождение чаще всего – это синоним движения. Движения в творческой мысли в том числе. Все участники выставки говорят, выселение крымских татар произошло за несколько дней. Это уже история. А возвращение и возрождение народа все еще продолжается даже спустя 80 лет. На выставке среди других представлены и новые работы авторов, которые ранее не выставлялись. Во главе стоит тюльпан. Это развитие, это движение вперед. Без этого наш народ не разовьется. Недавно буквально прочитала великие слова великого философа Лао Цзы. Нельзя идти вперед с повернутой назад головой. Потому что есть такая проблема, наш народ живет прошлым. А такие вещи, которые сегодня творят наши искусницы, это говорит о том, что они развиваются. Бу сергиде менің сургунлик ерлерінде язып алған икайлер, икайлерің караманлары, яни муэлифлер демек мүмкін, олар тағдым етлелер. Бу сонки 5 елің ичинде мен сургунлик ерлерінде олдым, Уралдан башлап, Мариэл, Урал, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Ве о ерлерде юзлернен сургунлик шаатларының икайлерінің язып алдым. Ве о икайлерде элбетте ке оле бір тарихи ақиқат бар, қайсы ке еч бір архивде йок. Тасерес, большая работа, это родина моей матери. Она там родилась, и, в общем, оттуда ее депортировали. И как бы я много раз бывал в Осирете, для меня сейчас как бы возвращение ближе становится. Я воспоминаю рассказы моих родителей и всех остальных, и делаю свои какие-то сегодняшние выводы, вот возвращение. Выставка «Выселение, возвращение, возрождение» продлится до конца мая. Вход свободный.